Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою наебали. Все братушки полегли с патронами напряжно, но мы держим рубежи, мы сражаемся отважно. Да, алло. Алло, добрый день, Иван. Да. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Компания «Хочу потолки.рф». Вы оставили у нас заказ на натяжные потолки, все верно? Да, да, да. Да, смотрите, у вас потолочек 19 квадратных метров, правильно? Ну, примерно так. Примерно. Куда планируете поставить? Имеет значение? А? Имеет значение? Ну да, конечно. Просто когда к вам приедет замерщик, он уже будет понимание. То есть, например, вам предлагать обычные белые матовые потолки. Например, на кухне очень часто делают сочетание глянцевого и цветного, например, потолка с другим глянцевым цветным потолком, например. Если это спальня или, например, детская... А цена, указанная на сайте, будет зависеть, да, от этого? А, естественно. То есть цена, ну, вот мне надо такой потолок, который проходит по цене на сайте. То есть вам нужен самый обычный белый матовый потолок, правильно понимаю? Мне подойдет и космический потолок, если он проходит по цене, заявленной на сайте. Да, ну смотрите, цена на сайте указана за помещение, которое имеет 4 квадрата, которое имеет 4 угла, то есть оно полностью квадратное, вот, ну, или прямоугольное, без всяких обходов, то есть чтобы у вас были определенные стены и так далее. Вот смотрите, тогда просто мы биржа по продаже натяжных потолков, то есть мы для вас подыскиваем исполнителя. Вот. Поэтому мне нужно сейчас узнать у вас максимальное количество параметров, чтобы исполнитель с вами связался. Он обязательно, да, а он знал, что вам нужно конкретно. На какую стоимость вы рассчитываете, чтобы у нас было понимание, например, какую стоимость написать, чтобы исполнитель с вами связался эту стоимость? Какая у вас стоимость? У вас какая стоимость была? А у нас с вами стоит там 199 рублей квадратный метр. Угу. Вот, натяжной потолок. То есть вас эта стоимость устраивает, правильно? То есть, грубо говоря... 200 рублей квадратный метр, да, ну, 200 рублей квадратный метр, такого не существует. Существует цена 4000 рублей за помещение там в пределах 19 квадратных метров. Вы снимаете с натяжными потолками? Конечно. Ну, смотрите, вот эта цена, мы тоже занимаемся натяжными потолками. В этом рынке уже достаточно давно, вот. И такая стоимость существует, причем существует стоимость достаточно разная, в каждом регионе она своя. Не существует такой стоимости у нас в регионе. Ну как, она может быть обещана, то есть, ну, дальше, грубо говоря, я могу сказать, что либо замерщик ваш не приедет, либо он по приезду сдуется. Ну, я ему дам такое помещение. Смотрите, у нас нет своих замерщиков. Ну, я знаю, что у вас просто площадка, да, которая, ну, там, ничего... Ничего не делая, пытаются заработать деньги. Что значит ничего не делаешь, что значит пытается заработать деньги? А, вот что? Это именно два слова, а вот ну, да. Что значит ничего не делаешь? А, ничего не делая физически, грубо говоря, давайте вот так вот. Вы пытаетесь... Да. Ну давайте дальше, просто вы мне пытаетесь на языке подавить. Вы мне пытаетесь на языке подавить. Вы не представляете, сколько занимает... Ну так я очень рад. Мы от темы отошли с вами. Когда мы прикладываем заказ, Миша берет всего лишь 5%. Это хватает только на обработку сервера. И ни в коем случае мы ни в чем не зарабатываем в данном случае. Поэтому, как бы, я не считаю, что мы в чем-то здесь зарабатываем. Это площадка создана для нетворкинга между потолочниками. Если были на 10-м международном форуме, я думаю, что вы знаете об этом. Не, на 10-м международном форуме не было. Ну, значит, нам не удалось с вами вести площадку. Для чего создана площадка? Для того, чтобы, если вы, например, получили заказ, но он вам по каким-то причинам не выгоден, вы можете его здесь опубликовать. Да, я помню, как начиналась ваша система. И найдет его тут, кому это будет удобно. Также мы собираем заказы, например, если человек изначально готов дать свои параметры, и хочет, чтобы с ним связался исполнитель. То же самое мы собираем эти параметры, опубликовываем на бирже. Таким образом, у потолочников есть возможность приобрести заказ. Причем все цены на заказы очень демократичные. Это даже дешевле, чем цена стоимости контакта с сайта. Вот. И совершенно спокойно купить и получить заказ тот, который его будет устраивать по параметрам. Я не против, мы отошли с вами от темы. От какой темы? Что вы имеете в виду? Ну, к тому, что уточнение параметров. Помещение прямоугольное. Так, а вам же не нужен заказ, вы же сами потолочная компания. Ну и что? Вы не понимаете. 200 рублей квадратный метр мои монтажники направляющие за эти деньги на прибивать не будут.
Нет, я, ну, хорошо, значит, у вас, дорогая ценовая политика. Московские компании, например, за такую стоимость работают, даже меньше. Мы не в Москве, но московские компании, которые работают, они работают из-за там своих определенных накладок. Аренды, стоимости времени, трудовой фактор и тому подобное. Это Москва. Вы хотите про демагогию установки заказов пообщаться? Да нет. Вы какую цель преследуете? Заказать потолок по 199 рублей, как вы сказали, за квадратный метр, а конкретно за помещение до 20 квадратов. У нас квадратов ничего нельзя заказать. Смотрите, мы можем только опубликовать ваш заказ. Да, на вы его опубликовываете. Мне же это ничего не стоит, правильно? Это будет стоить человеку, который этот заказ попытается взять, ну как, или возьмет. Нет, ну смотрите, у нас есть арбитраж. Я, например, являюсь менеджером проекта. Uh-huh. И я ваш заказ не буду опубликовывать, потому что он является пустым. Вы просто хотите попробовать. Вам в реальности потолок не нужен. Зачем мы будем подставлять? Я вам скажу честно. Человек, который ко мне приедет, он при желании установит потолок. Но я не заплачу ему больше денег, чем вы заявили. Так, нет, подождите. Если вы считаете, что 19 квадратных метров должны быть по 199 рублей, мы так опубликуем, что вы рассчитываете на стоимость 19 квадратных метров, умноженную на 4 тысячи рублей, да. Ну и все, да, все верно. Все. Если человек будет согласен за эту стоимость что-то купить, но, знаете, я не буду опубликовывать этот заказ. Ну как это? Ну что же вы? Причине. Почему? Потому что вы являетесь потолочной компанией. И что? И что? Я хочу заказать натяжной потолок. Я хочу заказать натяжной потолок, понимаете? Знаете, в чем проблема нашего сервиса? Мы сделали его для потолочников, но потолочники сами не хотят не делиться друг с другом заказом. Вы не каким-то образом поддерживаете сами себя. Вам сказать, почему я не делюсь заказами через ваш... По одной простой причине. Меня люди полгода ждут, и все. Ну и хорошо. Вот. У нас тоже есть куча компаний, которые ждут по полгода выполнения собственного заказа. Вот, но это дело не в том. Вы почему мой заказ-то не публикуете? Ну, потому что вам не нужен время. Да мне нужен потолок. Я же вам сказал, мне потолок нужен. Я хочу, ну, как бы, я посмотрю на монтажную бригаду, которая приедет. Может, я чему-то научусь. Может, я на самом деле не свою нишу занимаю. Вот меня такие мысли посещают. Вы как бы не сталкивались, вы не являетесь владельцем организации, а я являюсь. Может, я не той нишей занимаюсь. Зачем я устанавливаю потолки по 500 рублей квадратный метр, когда люди могут такую же работу сделать за 200 рублей? Я как только это осознаю, я... грубо говоря, там, ну, свое производство закрою и, не знаю, ну, побегу куда-нибудь в сторону от потолков. Иван, не вопрос. Я публикую ваш заказ и напишу, что вы потолочник, который хотите посмотреть, кто работает за меньшую цену, а за квадратный метр. Хорошо? Вы можете как угодно. Я же говорю, мне надо натяжной потолок, порядка 19 квадратов. Я не помню точно, там может быть и 18 квадратов. Ну вот, там может и 18 квадратов быть. Я не помню точно, я просто только строю дом. Вот, как бы, ну, вот хочется посмотреть и это самое, и потолок хочется себе. Хорошо, договорились, Иван, я вас поняла. Договорились, мы опубликуем ваш заказ, и исполнитель, который будет согласен за ваш стоимость по вашим параметрам, поставить вам натяжной потолок. Вам желаю всего хорошего, хорошего дня, и ждать связи с исполнителем. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою наебали. Все братушки полегли с патронами напряжно, но мы держим рубежи, мы сражаемся. Пушка сдохла, все пиздец, больше нечем отбиваться. Что ж закурим, брат-боец, нам от смерти не съебаться. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Что ж обычные дела, нас с тобою наебали.